А как ты видишь, кого я ловлю? Я видел, она в реке у меня была. Вон видно у тебя, что ты тянешь. Что это такое у тебя? Синий жаберник. Да. 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 878 грамм. Не, я просто уже по, ну, знаю, как они, ну, это, как они выглядят. Слушай, ничего, ничего так, не нервная рыбалка, я бы сказал, как в этом фарк-пято. Ты будешь прокачиваться, у тебя здоровье прокачивается. Вон я окунька вижу, окунька вижу. Плавает окунь. Порвалось. У нас зубки нет, да, походу? Здесь какое-то говно ловится. Синий жаберник. Ну где нормальное лови говно? Ты знаешь, где вообще нормально ловится рыба? А как мы? У нас наживка говняная, мы такой говно будем ловить. Надо прокачиваться, чтобы купить универсальный. Желтый окунь. 280 грамм. А окунёк, по-моему, тоже по доллару, это нормально. По 2 доллара. А знаешь, какие есть? Горбуша по 2 доллара. Форель 2,5, по-моему. И надо ловить еще малоротый окун, большеротый окун. Вот эти нормально стоят. Да, но только надо ловить не на хлебушек, кукурузку, блядь, а на что-нибудь другое. Кстати, Far Cry 5 я заметил тем, чем у тебя... Щуку тащишь. Да. Чем у тебя лучше этот самый будет, скажи мне, удочка? Щука 623 грамма. Оставить. Лосатая щука. Чего, не нравится? Пойдем в другом месте. Здесь одни снижные жаберники, они дешевые. А что ты, блядь, на лошадь сесть не можешь, что ли? Нормально, блядь. Но я же не в твоем в этом. Какая разница? Мы друзья просто. Ну ничего, я пытался сесть. Так, блядь, Севановна, блядь, зашел бы. Отряд открытый, блядь. Заходи спокойно. Иди снимай себе теперь этот арест. Вернуться в отряд. Так, теперь садись. Ну, блядь, пока мою лошадь не убьют. Давай поскачем туда ближе к Блэквотеру, а? Ну давай поехали. Да, да, ставь. Ох, ни хрена, это много скакать. Вот на эту речку можешь поехать. Там и большеротый, и малоротый окунь. Ты поставил мне метку? Да. Ее не вижу. Я ее не вижу, что мне делать. Опа, помогите. Тихо. Собака, собака. Good job. So
Ах ты сука, засада! Собака напала? Да. Ах ты пидорас, это засада была. Собака сколько стоит? Мало? Что-то мне не нравится вот тот вот красненький. Мне тоже. Он ушел, исчез. Сука, засада, прикинь? А ты всех перестрелял, да, Санька? А я там один был. Один был. Давай я лошадь поведу. Или ты за мной скачи, давай. Где моя лошадь пришла? Поехали. Не, давай я знаешь, как сделаю. Прыгну тебе. Поплыли. Ну, в смысле, поехали. Далеко прыгать. Прыгать? А, давай, кстати, мы уже переместимся. Давай. Я же тебе намекаю, блядь. Говорю. Ну, далеко прыгать. Да Блэквотер. Ну, блядь, конечно, далеко, блядь. Нашел Валентайн и Блэквотер. Ну, не так уж. $3. Майк офф. Что, хочешь сказать, что и $3 нету? Майк он. Ты уже там? Там? Нет, гружусь. Загоняем? В смысле? Ну здесь, я же здесь осетров загонял. А, да! Точно! Так, чтобы появились рыбы, надо удочки достать. Ну-ка по доллару, блядь. Кроме синежаборника. Синежаборник 75 центов стоит. Да. Я отбил свои деньги, прикинь, который переместился сюда. $3, блядь, отбил. Ну я что-то не вижу пока, не пугай. Надо, чтобы рыбы прилетели сюда, что-то их рыбы нет у них. Надо подкормить их. А где есть чем? Ну, приманка есть или подкормка. Для рыбы? Я не знаю, что это. Для рыбы нету. Рыба появляется. Вроде я видел. О, идет, идет, плывет, только я не знаю, кто это. Это щучка. Можно на сыр ловить, прикинь. А вон я вижу.
А вон я вижу эту херню, вон она плавает, видишь? Осетр. Ну не знаю, я насырнул. Как мне сетра загонять? Буду загонять из сетров. Сука, поплыл. Петр, Петр, давай, загоняйся. Блять, сука, сорвалась рыба. Я сетра поймал, бой. 7 баксов тоже пошел. Угу. А ты что, тоже видишь сетра? Нет. А что ты там плаваешь тогда? Просто. Кстати, я рыбу с варминки стрелял. Главное, чтобы ты ногами стоял, а не плавал. Тогда, наверное, можно поднять. Блять, здоровье. Seems everyone with a rifle been hunting these of late. A lot of folk coming by with these.